Экономия и еще раз экономия. Такой девиз у столичного акимата в отношении новогоднего оформления города. Но это не точно. Власти Нур-Султана заявили, что не потратят на это ни тиина из бюджета. Асхат Ниязов выяснил, как идет подготовка к празднику. Суровая столичная погода не щадит никого. Даже новогодних искусственных мышей решили утеплить. Чтобы шапку не унесло, закрепили дрелью. Эта инсталляция стоит возле главной елки страны. Как заявляют столичные власти, она прошлогодняя. Ни копейки бюджетных денег на нее не потратили. Так же, как и на рядом стоящий каток. И на мафы, которых по городу аж 120. Маф – это малая архитектурная форма. Вообще, это уже мы их реставрировали и по новой устанавливали. То есть прошлогодние просто отреставрировали? Отреставрировали, починили, установили. Да. А вот, например, смотрите, вот эти вот цветочки, это к Новому году? Это да, к праздникам. Это не называется мафами. Это я уже понимаю, мафа, это да. Цветочки, по-моему, с Наурыза еще висят, нет? Вот я, честно, не знаю, с каких пор они висят. Так к Новому году или с Наурыза висят? Я не знаю, это с Наурыза не висят они, насколько я знаю. Интересно, как реставрировали вот эту инсталляцию, на которой написано 2020. По идее, она должна быть новой, но почему-то выглядит немного потрепанной. Рядом стоит елка, и выглядит она намного лучше. Красивая. Можно подумать, что новая. Но нет. Пару дней назад столичный аким при ответе на вопрос, во сколько обошлось новогоднее украшение города, заявил. Новых елок ничего мы не покупали. Все, что было, мы ее ставили. Свыше 50 елок, из них 70% это частный сектор. То есть это большие торговые центры, рядом они ставят свои елки. И мы с ними разговаривали и просили о том, чтобы сами тоже создавали условия. Это, во-первых, для них привлекательность для их клиентов и остальное, то, что мы экономим бюджет. Поэтому нового ничего не купили. А вот по мафам мы вам дополнительно дадим, чтобы вам некорректную цифру не назвать по сумме. Цифру так и не назвали. Ни журналисту, которая спрашивала, ни нам. В пресс-службе ответили, данных нет. Большая часть за счет спонсорских средств. Ну хорошо, даже если нового ничего не покупали, хотя бы работу по установке старых надо оплачивать вот этим рабочим, которые порой жизнью рискуют ради городской красоты. Вот это такая штука на каждое дерево будет вешаться? Нет, через одно. Через одно? А она деревья портить не будет? Ветки ломаться не будут? Нет. Всего таких инсталляций только на этой улице будет установлено 170 штук. Ночью должно выглядеть эффектно. Так же, как и вот эти домики на правом берегу. Смотрится очень красиво. Не хуже, чем в Европе. Местные дети тоже в восторге. Тебе нравится то, что здесь построили? Да. Чувствуется Новый год? Да. Ты хочешь зайти внутрь? Да. Не пускают? Нет. Но в Новый год чудеса должны случаться. Я хоть и не Дед Мороз, но выслушал мальчика. Ему оформление в городе нравится. И это, наверное, главное. Праздничное настроение есть. А значит, какие бы деньги на это ни потратили, цель достигнута. Асхат Ниязов, Умербек Изимов и Ирлан Наурызбаев. Хабар 24. И вот буквально полчаса назад, когда этот материал уже был готов к эфиру, в нашу редакцию позвонили из пресс-службы акимата и все-таки сообщили, новогоднее оформление столицы в этом году потратили около 200 миллионов тенге.